Всем привет, мы продолжаем спуск с горы. Да, я снова пытаюсь открыть партию. Партия открылась. Так, я открыл. Кирилл играет черными. Е4, Е5. Латышский гамбит. Нет, отказывается от латышского гамбита. Кирилл стал солидным, серьезным шахматистом. Никаких латышских. Слон Д6, испанка. Явно здесь Кирилл готовился. Слон Ж4, да. Д5. Что происходит? Так, ну есть, видно. Есть такой вариант. Вообще, белость ничего нет абсолютно. То есть после ферзь d7 я, наверное, у черных получше. Так, вот, перевернуть доску. Ну, ферзь d7 надо играть. Конь c6. Ого. c6 пешка отберется. У черных очень-очень компактная структура. Я думаю, заметный перевес просто уже. Ну, конь f6 просто. Зачем c6? Блин, а как вот играть с гамбит Яниш? Там вроде вот так ходит, нет? Ты вроде должен был выключить звук. Конь f6, c6. Да. Ну и что, есть у белых какие-то ресурсы здесь? Борьбы за ничью. Есть ресурсы, не знаю. Большой перевес, на мой взгляд. Большой такой комфорт. Вполне есть. Я бы сказал, конечно, c6 ушел. Не, ну сейчас можно просто на А4 выбить, там 2 ноля, и все, отлично. Можно B4 пойти туда, по-моему, на конь D5. Вот я поэтому и говорил, что C6, может быть, стоило сразу. 2 ноля, ладья B8, вперед. Да, я думаю, 2 ноля имеет смысл. Пока на F3 пока бить не очень хорошо. Суперход был, ладья B4, ладья E4. А, нет. Ладья B4, конь C3 в крайнем случае. Опа. Ну и ферзь за штыри надо заводить уже в тело. Да. Ой. Ой. D5, ну, может быть, тоже ничего. Ну, конечно, центр скрывается. Ферзь за штыри намного лучше выглядело. Белый под матом стоял. Там, понял, H5, H5. А, хотя это супер маневр, ладья B4 опять есть. Опа. Блин, ну что? Ну как так? Ну. Вообще это странно, абсолютно не соответствует стилю Кирилла, да? Ну когда атака, все менять. Да и вообще я не любил менять ферзей. Странное решение. Ну и как ты эту позицию оценить? Равенство, наверное, же. Ой, нет, не F4. Кошмарный ход. Теперь, наверное, белый за перевес борется. Чуть-чуть. Так, у тебя тоже странное решение. Цель можно матать и ставить. Я думаю, что надо выбить с коня и ладью там, наверное, на Е8 поставить. Надо матать и ставить. Ну, не знаю, конечно, слушай. Ладно, не поставишь, ладья e8. Ладья d8 это неправильный ход. Белым темп подарили. f6. Хотя f6 нормальный. Да я понимаю, я имел в виду, что белые должны ладья d1 были играть, по идее. Сразу можно еще надвинуть все, h5. Да не, ну это уже. Сейчас какая-нибудь вилочка, я чувствую. Нет, у черных нормально, но не более того, как бы. Ладья, спасибо. c6 можно пойти, наверное. Для d6. Да, ладья на 7 лезть неприятно. Но быстрее нужно играть. Не, король f7 мне надо сыграть, просто короля на g6 спрятать, я ничего лучше не вижу. c6 все-таки решил Кирилл пойти. Но сейчас ладья d6, трудно воздержаться от этого хода. А может попытаться как-то на первую пролезть? Смотри, ладья b5, ладья c6, ладья a5. Что делать? Лиман грозит. Да. Кирилл какой-то пассив ушел, мне это не нравится. Да, вообще партию. Как Анант играет. Да. Ужасно. Как можно так играть шаф уже? Амбициозно. Ну, соперник вроде грамотно будет, когда, да. Не, ну, черных тоже нет проблем, я думаю. Ну, времени мало, думаю, флаг срубит Кирилл. Ну, король g6, ну... Да, это какая-то странная жертва. Да... Да. Хотел сказать, что это не совсем жертва. Это зевок, по-моему. Да, наверное. Судя по... Хотя нет, сейчас смотри, конь g2. Конь g2 надо играть. Да, нормально. Конь g2. Нет, тут уже все, тут уже поле f4 отняли. Нет, вот, нет, нет, смотри, конь c3 и мат ладья d1. Ну, понятно, но что-то мне, что-то мне подсказывает. Конь b1 надо быстро отвечать. Напрягать хоть как-то. Конь b1, Кирилл. Молодец.
Слон b4, c5, c5. C5. Да что ж такое? Ой-ой, да, это конец. Это конец. Тысяча. Да, но... Абсолютно ужасное убожество. Зачем d5-то была игра? После ферзь h3 такая позиция не держится уже. Где? Вместо d5, 15-й ход, ферзь h3, на мат просто играть. Это ж в твоем стиле. А как мат-то давать? Ну, ферзь h3, уже на f3 напал, что делать? Я видел, я просто посчитал, что вот ферзь e2 и ничего нет вроде. Ферзь e2, конь h5. Ну, а он дальше-то не идет. Дальше f5, ладья f6 и мат, все. А, вот план. Я думаю, что эта позиция просто не держится, объективно даже. По движку там минус один, но, наверное, это даже больше. Там еще, знаешь, после d5 можно было как-то пойти ЕД, ладья b4 можно было пойти. Да, и может быть это просто победа, на самом деле. И ладью на h4 перекинуть. Да, Петь, ладья b4 это минус полтора. Да, первое это. Минус полтора по движку. Это где? Вот после того, как я пошел d5, соперник взял на ЕД и ладья b4. Очень красиво было. На коня напали, после конь стыла, где на h4 идет. Ну, в вариантах, вариантах идет, наверное, лучше как за h3 сразу, да? Даже не видел идеи такой. Ну я тоже не видел, пока Петь не сказал. Так что... Ну, ферзь за h3 надо было просто сыграть и выиграть партию. Это можно не заметить. Да, всем спасибо за внимание. Спасибо. Всем спасибо. Давайте посмотрим.